теперь про историю, как я вообще оказался на конференции в Турции. 10 февраля мы с Николаем Владимировичем, это заведующий кафедрой, и с Ренатом Владимировичем, который на яхте выходит, собрались на Ленинском проспекте обсудить планы по статьям на год. И оказалось, что у нас есть одна более-менее готовая статья, которую можно куда-нибудь тиснуть. Я посмотрел в этот же день список конференций, там оказалась Стамбульская. Еще были на выбор Швейцария, Германия, Португалия, Чехия, Дания. В общем, куда можно было отправить статьи. Я почему-то выбрал Стамбул. И, как выяснилось, очень удачно. То есть все остальные поездки сейчас были бы просто невозможны. Еще очень интересно и приятно, что статью с четырьмя российскими аффилиациями они приняли уже после начала... Тут написано, что они получили 618 статей из 79 стран и приняли 283, хотя она была отредактирована за вечер. Но это говорит о некотором уровне написания статей, серии публикаций, понимании того, что мы делаем. Второй момент касается уже самой поездки. До конца не было ясно, получится поехать или нет, потому что по гранту не было финансирования, и вот 13 мая только уже... Тут чайки орут, как, я не знаю, 13 мая там подписали соглашение, и вот в этот же день я там начал все покупать, билеты, проживание. Ну, проживание, естественно, бронировать, покупать я с картой МИР не могу. Так что, учитывая, что сегодня 16 мая, 3 дня назад я только узнал, что я все-таки поеду, уровень подготовки у меня в кавычках фантастический. Я даже не могу сказать, что сегодня-то я буду делать. Ну что, точно я знаю? Так что это я схожу, вот что я схожу на Голландскую башню. Если я еще недостаточно проакцентировал внимание, то вот. Она видна прямо у меня с балкончика. О, кот. Немного расскажу, что я понял на башне. Сначала глобально. Вот это пролив Босфор, который разделяет европейскую часть, то есть вот это вот все Стамбула, и азиатскую, которая находится вон там. Если посмотреть вниз, здесь ресторанчик, в котором я завтракал. Там вон пес, который также был. Если пройти вот по этой улице, то мы увидим... Вот сначала туалет с красной крышей, а потом и отель, и вот мой балкончик. Не самый верхний этаж, а вот чуть пониже. И вот как раз заграживается дерево немножко, ну ничего. Возвращаясь по этой улочке, вот здесь вот расположен минарет. Если приглядеться, то вот это звукоусиливающее устройство направлено прямо, вот прямо на мой балкончик. И в 4 утра, как только солнце встает, слышна молитва. Персональное оповещение о восходе солнца. А вот тут на крыше, посмотрите, чайки и детеныши чаек. И вот они орут. Вот прям сейчас они орали. А если вдруг кто не заметил, круизный лайнер. Вон там девичья башня. Огромное платье у него просто длиннющее. У них там фотосессия на крыше. Итак, вон азиатская. И вот это называется пролив Золотой Рог. Вот это все еще европейская часть. И там виден собор Святой Софии. Я туда обязательно съезжу, о нем расскажу потом. А пока еще раз, вот Босфор туда идет. Там Черное море на север. А вот
там уже мраморные. Есть несколько мостов, которые ведут к району Фатих. Вот тут три моста в Фатих. Раз, два, три. Посмотрите, какая огромная баржа идет по Босфору с мраморного моря над Черным. Ну, пролив Золотой Рог. А вон там еще один мост. Вот тут даже еще бинокль есть. Обычно же как бывает, ты это придумал? Монетку нужно бросить, чтобы посмотреть в бинокль. Не знаю, кому это в голову пришло, и постоянно это так. Но здесь нет. На самом деле Голландская башня даже превзошла ожидания. Вид невероятный, просто Стамбул. Потрясающе красивый город. И увидеть его с высоты прям то, что нужно. Шикарно. 14 век постройки, между прочим. Конечно, потом реконструкции, но тем не менее. Ах да, сегодня 16-е, конференция начинается 17-го, так что завтра я съезжу на регистрацию. Но сегодня 16-е, я на самом деле совершенно забыл, что мне нужно формально пройти онлайн-курс по учебе в аспирантуре. Курс называется «Цифровые трансформации в современном информационном обществе». Начать. Ого. 90 из 100 баллов-то огромный успех. И можно на этом забыть про этот онлайн-курс. И посмотрите сюда. Когда я подошел, очередь была вот два человека, наверное, было, одно окошко работало. Так что однозначно нужно сюда утром приходить. Возможно, не только сюда. К тому же сейчас солнце так лупит, когда оно более такое мягкое. Конечно, фотографии и видео все лучше получается. Потому что я был бы вообще рад, если бы они в 5 утра открывались. Я бы в 5 туда пошел. Касательно второй части сегодняшнего дня, сохраняется некоторая интрига. Изначально я знал, что есть футбольная команда Фенербахче, которая играет в Стамбуле, у которых есть стадион, и у них был матч как раз в день моего прилета. То есть я на него никак не успевал. Потом я спросил таксиста, он говорит, что еще куча всяких стадионов, и в частности сегодня играет Галатасарай в 8 часов. Я хочу сходить, но для этого, как я понимаю, нужен какой-то, не знаю, у нас ввели, фан-айди не ввели, но какой-то турецкий фан-айди нужен. Для этого не знаю, что нужно. В общем, я доеду до стадиона, и, скорее всего, на этом все и закончится, но, в общем, тогда пойду в другое место погуляю. А сейчас я расскажу, что происходило, когда я поехал на стадион. I am a tourist, can I buy a ticket to the match? Для того, чтобы купить билет на турецкую суперлигу, нужен Pasolig карт, так называемый. Как я говорил, типа фан-айди, только европейского. Do you have Pasolig? No. No, Pasolig. Do you have Pasolig? No. Ну,
нужно ввести номер телефона свой и получить код. Первые шагов, потом еще что-то. И мне на российский номер ничего не приходило. Yes, wait. Welcome. This website doesn't work. I can't get the code. Open your message. Он делает, может делать там 2 или 3 недели. Шансов там не было. Позволи как? No, I don't have. Finish. Но, как всегда, в таких случаях, наверное, на месте там находились так называемые решалы, наверное, которые предлагали за присвоение денег себе помочь как-то с оформлением. 500 Turkish lira. 1500 Turkish lira. 1000? Yes. It's too expensive. How much money? Я скоординировался с одним алжирцем и двумя его знакомыми. И мы договорились с одним из там, местных турков, что он сделает за 1200 лир нам на четырех вот эти пасолик пас, соответственно, билеты. Шли просто дикие переговоры. Аж бородон, олом сен. Бебилерден, олом. Олом, айра абы, конушку, шо, кафара кырдым. Бир сааттыр конушу. Там бир сен. Ама сен калявкасын истиосу. Сен абы, шуну тейк басыны вер бир дакка. Юсфик Тюркиш. Олмаз, олом. И в итоге сошлись на 1000, то есть 250 лир обошелся. И это вот. И я до последнего сомневался, что это вообще сработает, что нас не накололи. Потому что вот это все, где здесь написано, где место тут, куда садиться. В итоге да, я на самом деле и не знаю, какое у меня место было. Там вышло так, что мы сначала стояли у одного входа, там не получилось никому пройти. Потом там, видимо, показало, к какому нужно идти. Мы пошли туда, они все втроем прошли, а мне написало, что пройти не могу. И написали, к какому входу нужно идти. Потом к нему я уже пришел. И уже на самом деле я сильно сомневался, что вот эта вот штука, это билет, что это что-то сработает вообще. Но в итоге получилось. Я прошел, когда я зашел, была уже 18-я минута. Галатасарай проиграл 0-1. Но потом все пошло гладенько. Ну а Фуат оказался классным чуваком, он там все разрулил, договорился. Я в итоге так и не понял, какая там схема использовалась. Вот это какой-то одноразовый билет. Его вообще мало у кого я их видел такие, а в основном там, как обычно, на телефонах какие-то QR-коды. Не надо так. В эти лица. Это самые непреданные болельщики. 85-я минута, счет 3-2. Как можно уходить? Вообще, к своему стыду скажу, что я не знаю ни одного игрока Галатасарая. И как команду, против которой они играли сегодня. Сейчас ради интереса я позвоню большому специалисту футбольным вопросом. Дима, ты знаешь хоть кого-нибудь из состава Галатасарая? Галатасарая. Азил играет в Фенербахче, Арда Туран там играет, а это сейчас? Да, я, кстати, посмотрел, Арда Туран там играет, но сегодня он не играл. Ванчестер Муслера, уругвайец, который, возможно, ты знаешь. Ну да. Брума, португалец. Я не знаю такого. А Бафтебиганис там есть? Чего ты сказал? Бафтебиганис. Будь здоров. Два глаза забил Бафтебиганис, как я и говорил. А, так
в пенальти на 30-й минуте, на 63-й, такой черный, нет. Да-да-да. Офигеть, ты был в отеле, видел? Да, мы когда уже обратно ехали, там с чуваками тоже уже в метро познакомились, я спрашивал, как доехать, куда. Мне там говорит, видел гол со штрафного Балотелли? Я такой, Балотелли? Оказывается, играет вот этой в турецкой команде неизвестной Марио Балотелли. Это итальянский футболист, который, наверное, всем запомнился, когда он там в Германии забивал. Я тогда за Германию в том матче болел. И за другого Марио. Если честно, я уже немного путаюсь в днях, но это вроде бы первый мой такой полноценный день в Стамбуле. Все шикарно вообще, классно.